А, все равно она такая, вот это у тебя. Да? Думаешь? Или ты думаешь еще Майкла Джексона? Макс, вопрос первый насчет регулировки. Регулируется, как в характеристиках написано, от 0,2 до 2,4 миллиметра. Ты имеешь в виду... Каретка, да? Каретка. Вообще снимают, машинка идеально 0. Также регулируется на 0. Сколько ты говорил? Регулируется от 0,2 до 2,4 миллиметра. Отлично работает все. Мне нравится этот 0,02. Ножи очень тонкие, снимают вообще идеально, делают окантовки, плюс ноль работает отменно. Машинка себя ведет тоже отлично, не буксует, то есть справляется с толстыми прядями. Смотри, там еще в комплектации написано, что машинка справляется густыми, жесткими легко, волосами. Легко, на легкие, например, и используется три в одном. В плане того, что для окантовки, для плавных переходов и для основной стрижки. Это действительно так? Да. Насчет веса. 460 грамм. Средний вес, обычно. Стандартная вес машины, хорошо. Насчет эргономики. Потому что машинка, ты работаешь каждый день, и устает, не устает, и как в руке лежит. Мне очень нравятся вот эти ребра. То есть, если руки мокрые, она не выпадает. Хоть она и скользкая, за счет этих ребер эргономика отличная. Насадки. 6 штук в комплекте идут. Маловато, но можно и без насадок работать. Без насадок? Не хватает четверти. Четверти ж можно докупить. Да. Насчет, смотри, еще насчет двигателя. 8 ватт мощности и около 7200 оборотов в минуту. Я же говорил, он справляется с толстыми прядами. Напоминаю, что машинка стоит 1350, точно не помню. Сегодняшний день стоит шикарная цена для такой машинки. Шикарная цена, да? Что для начинающих и для профессионалов она сойдет вообще на легке. Я понял. И скажи мне, пожалуйста, что ты добавил бы, кроме насадки, сюда? Например, 1,5? Вот эти ребра, не хватает их вот с этой стороны чуть-чуть. С другой стороны? Да, просто я, например, держу машинку иногда вот так вот в некоторых операциях. И мне не хватает этих ребер. А так, не здесь, если держать, можно так и так работать, в принципе. Я понял. Хорошо. И тебе нравится, да, машинка? Да, хорошая. Окей, спасибо тебе большое.